Добрый вечер, дорогие друзья, и мы продолжаем нашу беседу с Голтисом, мы его так не отпустим, потому что у нас, конечно, вопросов много, я тут себе понаписывала, но самый главный вопрос, ну, для меня школа голодания, да, Голтис? Ну, во-первых, твой фильм, который мы показываем на программах, и ты людям показываешь, где твое 54-дневное голодание, из которых первых 14 суток на воде, и, ой, без воды, то есть сухое. Но самое главное еще такое вот, и совершенно для меня не, ну, немыслимое даже, это замкнутое пространство, что ты не имел возможности ходить гулять. То есть это один и тот же круг людей, замкнутое пространство и все. Ну, вот я бы хотела, чтобы вот немножко с самого начала, ты уже сказал, да, что голодать начал в 12 лет, потом ну, как бы в 14-16 на воде. Когда ты вот узнал, услышал или интуитивно у тебя вот именно сухое голодание, вот когда оно появилось в твоей жизни? Ну, сухое голодание появилось в 83-м году. В 83-м году, я не помню, из каких источников. И я на себе проверил. Решил попробовать. Да. И сколько ты? У меня первое сухое голодание было 5 дней. Ага. Без воды, без еды и без соприкосновения. То есть жесткое, без контакта. Жесткое, да. Но то, что произошло в Атлантике... Я вот одну секунду, вот эти 5 дней, ты почувствовал разницу, ты почувствовал эффект. Вот что, как чем-то оно тебя тронуло, что ты дальше начал продолжать? Вот что? Ну, я почувствовал, что именно такое сухое голодание, без воды, что лично мне легче было. И с точки зрения физиологии и с психологической точки зрения, потому что при таком голодании на воде я просто разрывал аппетит все время. То есть, кушать хотелось. Кушать хотелось, ну, наверное, ты знаешь, что из тысячи людей, которые голодают, у одного не пропадает даже при длительных сроках голодания аппетит. То есть чувство голода не пропадает. Это на воде. Насухо, на второй день. На второй день уже думаешь про воду. Про воду, про еду уже, бог с ней. И для меня же это проще было. Именно с психологической точки зрения. Угу. Вот. И о переходе через Атлантику, то есть мне хотелось достучаться каждому человеку через тот фильм, который мы создали. Что любой, даже неподготовленный человек, если попадает в экстремальную ситуацию, когда нет ни воды, ни еды, он может не только выжить, не потерял своей жизни, но и при правильных мотивациях голодания или при правильных мотивациях выживания в таких условиях, он может приобрести ну, как бы и утраченное здоровье, и самое главное, что очистить свою душу. Через созидательную мотивацию. Те люди, которые приходят к нам на семинары, и я рекомендую голодание, я всегда, прежде всего, проповедую тебя, как специалиста, спасибо, которому доверяю, и прочувствовал прежде всего твою душу, твою целеустремленность, твое светлое, чистое ангельское сердце, огромное доброе сердце, и твой профессионализм. Я рекомендую всем тем людям, которые никогда не голодали и хотят отголодать срок больше, чем 3 дня насухо или больше, чем 7 дней на воде, обращаться к тебе, ну как к специалисту, прежде всего по сухому голоданию. Так как очень важно для каждого человека, который хочет отголодать, очень важно поставить перед собой конечную цель, конечную планку, что он от этого получит. И как правило... Что он хочет получить, для чего он это делает. Да, для чего он это делает. Потому что те люди, которые хотят отголодать с тем, чтобы там похлопали в ладоши и сказали, о, так ты... Крутой. Ты крутой, ты поставил рекорд. И, а вот выдержу или не выдержу, такие голодания лично на моем жизненном пути, вот, не то, что просто прочитал, но на моем жизненном пути, вот я, при том, что предупреждал, что нельзя заходить без благословения на длительный срок. То есть люди не просто теряли здоровье, но теряли свою жизнь.
есть люди умирали, 4 случая таких было. Потому что люди, которые приезжают там на первую ступень исцеляющего импульса, я как бы не рекомендую голодать без, ну, наставника. Без наставника, там, более чем 3 дня насухо и более чем 7 дней на воде. Потому что плохиши они не дремлют. И когда мы ставим перед собой созидательную мотивацию, то есть посвятить свое голодание там, очищение плоти, а тело наше, наша плоть – это храм Духа Святого и Души. Очищение тела, очищение храма, восцеление души и тела и во славу Господа. Второе – это посвящать голодание постам, именно очищение души человеческой. Вот такое созидательная мотивация голодания творит вообще чудеса. И почему именно тебя рекомендую? Потому что ты на первом месте ставишь духовное начало, а даже не физическую чистку. И очень важно для каждого человека, который приходит в голодание, осознавать эти самые главенствующие мотивации. Приоритеты, скажем так, даже, да? Да. Тогда совершенно другой эффект. Совершенно Я Гоути знаю, что я вот год назад встретила тебя на программе, уже даже не помню где, то ли в Москве, то ли в Киеве. И, ну, увидев тебя, поняла, что ты голодал и длительный срок. Я у тебя спросила, ты голодал, наверное, ты ждал второй день выхода, голодал 7 дней. Я говорю, ну, в честь поста, как бы великого, а ты говоришь, нет, у меня мама сильно заболела, и я голодал, вот молился об исцелении. То есть ты вот в своей жизни голодаешь, вот, ну, понятно, когда вы пересекали Атлантику, для того, чтобы показать людям, что если с вами случилось, не отчаивайтесь, если я смог, и вы сможете. Да? А вот ты еще голодаешь, вот ради исцеления мамы, да, и вот ты голодал. Еще были какие-то такие случаи в твоей жизни, что, ну, ты голодал ради чего-то, и Господь тебя поддержал. То есть тогда я знаю, что мама твоя поднялась с постели и выздоровела, хотя прогноз там был, ну, скажем так... До конца дней инвалидность. Через 2 недели она уже встала и пошла, хотя полтела было парализовано. Но свое первое длительное голодание, когда мне было 33 года, я посвятил это голодание Великому посту. Мотивация была такова, что вот Господь на ладошках вот так вот пронес за всю жизнь, вырвал из оков инвалидности, когда в 25 лет перелом позвоночника. Я, конечно же, до того времени, изучив голодание всех авторов и опробировав на себе, то есть до того времени у меня был максимальный срок 21 день на воде. Но так как параллельно с исследованием системы исцеляющий импульс, я еще для тех людей, от которых отказалась медицина, я проповедовал голодание. Чтобы получить моральное право советовать длительный срок голодания, недостаточно просто начитаться литературу голодания о длительных сроках, а важно пройти самому, понимать, что происходит, чтобы дать грамотный совет. Да, и чтобы вот именно так. Чтобы просто получить моральное право советовать эти длительные сроки. Тогда не было ни малейшей, ну, такой негативной искорки в отношении того, что там ради рекорда, хотя это не рекорд, и это глупость вообще делать рекорды или покорять вершины, покорять моря, пустыни, океаны. Приобретая гордыню, да? Да, это душегубительное именно чувство. Поэтому первая мотивация на этот длительный срок – это пройти этот путь, чтобы получить моральное право и узнать, что творится на самом деле. И сколько дней ты проголодал? 54 дня на дистиллированной воде. Затем было комбинированное сухое голодание. Это то, что, опять же, следующее голодание, это было приурочено тоже Великому посту. Это в Испании я голодал 42 дня, первые из которых 12 дней
без воды и еды. Ну и затем впоследствии еще было у меня 5 дней сухих голоданий в середине этого поста. То есть общее было 42, а тут получается 12 и еще там 3. Да. И хотелось просто вот людям, опять же, сделать фильм и рассказать о том, что все медицинские источники, которые говорят, что на четвертый день голодания без воды и еды начинаются необратимые процессы, и человек может умереть. Развеять этот миф, сделал этот фильм. Но, тем не менее, фильм был сделан, но как бы он был смонтирован не в том ракурсе, который мне бы хотелось. И поэтому появилась такая возможность, вот переход через Атлантику. Что даже в таких условиях, когда ты не подходишь правильно к голоданию, вот что важно, ты же прекрасно понимаешь, что как важно, чтобы человек вошел в голодание, готовился к этому, даже физически, не говоря уже там морально. Но и тогда будет намного эффективнее и легче проходить само голодание. И легче, эффект как бы больше, и проще проходить, не будет интоксикации. Да, не будет интоксикации. Так вот, ты как бы усугубил еще вот это. То есть... Усугубил, потому что, ну так как был основной такой месседж, посыл в этот мир, если мы сделаем этот фильм, что человек, который попал в экстремальную ситуацию, чтобы он не отчаивался, чтобы он не упускал страх, потому что страх убивает и незнание убивает. Если ты веришь, что ты на четвертый день умрешь, или там начнутся необратимые процессы, если ты останешься без воды и без еды, заваленной в пещере, то действительно ты умрешь. И они начнутся, эти процессы. Такие начнутся, и люди умирали. Мне хотелось развеять этот миф, сделать этот фильм. И, ну, во-первых, переход через Атлантику, это тоже было одной из таких величайших мечт, как говорится. Это была мечта всей моей жизни. Перейти Атлантику не на каком-то круизном лайнере, а именно на яхте, чтобы вот прочувствовать вот эту вот удивительную мощь стихии океана. Это было такое сердечное желание. И как я всегда говорю, что люди, мечтайте, верьте в это. Если эта мечта, она созидательная, то этого хочет Господь Бог, а для Господа нет ничего невозможного. То есть я объединил, благодаря этой теме, тему выживания. И до того, как перейти, стартануть путем Колумба, я поставил себя в рамки, ну и команду, Костик Могильник и Андрей Супрун, что человек, который неожиданно заварил в пещере, или, не дай бог, кораблекрушение, авиакатастрофа, ты очутился в безлюдном месте, где нет ни воды и ни еды. Ты что, не готовился к голоданию? Ну да. А тут неожиданно, вот как люди все питаются, безалаберно, неправильно. Неправильно совмещая продукты. То есть я впервые за всю историю голодания зашел таким образом. Зашел таким образом, что вот сегодня мы ели все несовместимое, все неправильное, все даже не по правилам питания, по исцеляющему импульсу. И на следующий день, без всяких очистительных там процедур, на следующий день начался переход. Вот скажи вот здесь вот, ты чувствовал, насколько сложнее, чем, допустим, когда ты готовился, вот эту разницу? Значительно сложнее, просто значительно. Неимоверно сложнее было. Но я предполагал, что будет сложность еще в отношении того, что не будет связи с землей. Вот как вот, ты проводишь семинары по голоданию. Люди босиком по России ходят по травке. Это такое благо. Да, в таких красивых местах, где подпитывает и очищает вся благодать, созданная Отцом Небесным. Где ты дышишь этими ароматами трав, бризом океана. Ты находишь правильные места благодати. Вот. Сосновый лес, стараемся, чтобы всегда хвоя была, это совсем другие запахи у людей. И вот я вот, честно говоря, я не представляю, как бы я могла столько дней проголодать, я для себя не представляю, когда был
очень маленькое замкнутое пространство. Одни и те же люди, которых, может быть, ты бесконечно любишь, но они с тобой на очень маленьком пространстве, плюс они кушают, еще что-то готовят, запахи, да, плюс еще шторм, и вот эта качка, ночи, и бессонная ночь, и все. 6 бессонных ночей. Ни воды, ни еды, и 6 бессонных ночей. И самое ужасающее было то, что я не мог предположить. Я предполагал, что будет тяжело. Но самое ужасающее то, что не было соприкосновения с матушкой землей. Потому что яхта была железная, хотя внутренности были деревянные, но яхта сама была железная. И какое великое благо для любого человека во время голодания просто, как ты сказала, там разбуться и по росе походить, или, да, по росе, по камешкам. Полежать на земле. Да. Это такая подпитка. Да, 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 очень большая. И ты обнять дерево, понюхать цветочки. Там этого не было. Любят, знаете, даже вот такое, казалось бы, смешное, но очень любят люди вот в траве лежать и наблюдать там за кузнечиками, там, за всякими букашечками, там, за мурашками, которые там ползают. То есть такие люди открытия для себя делают. То есть, ну, разве у нас есть время в повседневной жизни посмотреть, что там ползает и где муравей, да? А тут ты смотришь, как у них это все организовано, как эта пчелка летает, все собирает. То есть время у человека останавливается. Это такие... Ну, инсайты, такие прозрения у людей случаются. И вот, знаешь, вот в голодании, вот, я вот спрашиваю, ну что вас как бы больше всего поразило вот людей? Вот. Они говорят, слушайте, мы поразили, сколько времени в сутках. Мы когда вот в жизни живем, в обычной, я вроде только встал, и все, весь день пробегал где-то что-то, и раз, и я уже сплю. Вот. И потом как-то, как я говорю, глаза открыл, закрыл, зима, открыл, закрыл, весна. И говорят, вот самое длительное как бы такое время, а осознанное получается, это вот, вот когда я у вас голодал. У меня такой день длинный был. Я видела рассвет, я видела закат, я видела облака, я любовался солнцем. Я сидела там на берегу моря, наблюдала за вот этими волнами, там за какими-то даже козявочками, там еще там как бабочка полетела. Ну, то есть сколько времени освобождается у человека, когда ему не надо там кушать, готовить, куда-то идти, куда-то спешить. Оказывается, можно и без телевизора жить, и без мобильного, там, и без интернета. В общем, сколько времени у нас уходит на всякую ненужную суету, без которой, короче, человек может жить и, ну, очень хорошо даже жить, которая ему не нужна. Вот интересно, о чем ты думал в эти 54 дня, вот в таком, это ж, честно говоря, от мысли, мне кажется, можно свихнуться. Но... Голтис, и вот это замкнутое пространство. Как это, понимаешь, вот мне всегда, вот я говорю, вот в книгах написано, вот эта тяжелая ситуация продолжалась 3 года. Но в книжке это строчка, ты ее прочитал, глазами мелькнул, а у человека это 365 дней, это 24 часа, это, если насчитать минуты и секунды, как ты смог выдержать в таких условиях столько дней? Очень хороший вопрос, спасибо тебе. Ну... Помогали духовные книги, и особенно жития святых, ихние духовные подвиги, молитвы святых отцов. Мы молились, молитва очень сильно помогала. Но и самое главное, то, что святые отцы, практически, ну, все святые отцы говорили, что Господь не даст больше испытаний, чем мы можем выдержать. Вот это, когда на грани, то кажется, ну вот, это очень помогало. Владимир, я вот хотела понять еще, вот вопрос главный. Ты и планировал заранее все эти дни голодать, или ты не планировал, ты не ставил такую планку, или ты ставил планку, сколько буду путешествовать, столько буду голодать, и столько-то насухо, или не было такой задачи? Вот нет, изначально? Была такая планка изначально, 17 дней без воды и еды, а потом... До 40 дней на воде. Угу. Были такие у меня мысли. Пришла цифра 17. Но сбунтовалась команда. Капитан сбунтовался. Потому что ему стало страшно. Глядя на окружающим, как всегда. Находящий труп. Такой. И сказали, выходили, мы тебя выбросим за борт. Начали прессовать. Никакой поддержки не было.
И тебе пришлось начать пить воду, да? Потом не 40, а 54. Нет, 40 дней. То есть переход длился 40 дней. 54 – это 33 года. В 83 году я голодал на воде. А здесь переход был ровно 40 дней. Ровно 40 дней. И мы посвятили этот переход рождественскому посту. От старта до финиша рождественского поста творились чудеса. Мы взяли благословение в Ионинском монастыре в Киеве, в Кременецком монастыре, в Почаевской лавре, в Киево-Печерской лавре, молебень у святых мощей в нижних пещерах прочитали. У тебя получился рождественский пост вот такой, да? То есть ты целенаправленно брал книги святых отцов, Библию, наверное, да? Да, да, конечно, да. Молитвословы. Молитвословы. И вот так. И скажи, вот что-то в духовном плане, что-то произошло, в чем-то ты разобрался или вообще вот... Ну, в духовном плане я еще раз утвердился, какой у нас Бог. Удивительный, какой вселюбящий, всемилостливый, всевидящий, как он видит наши души, устремленности. Еще раз убедился, что когда ты с Богом, в душе и в сердце ничего не страшно. Вот просто ничего не страшно. И убедился еще в том, в той бесконечной премудрости Его, как он создал этот мир. Когда нам было совсем тяжело, уже можно было окунаться, мы просто прыгали в океан, яхта идет, ну, скажем так, в среднем 6-9 узлов. Это как такая телега. И за яхтой тянулся такой длинный-длинный ремень, веревка длинная, за которой метров 15. Это если ты вывалился за борт, это единственное спасение, та веревка. Потому что во время шторма, даже 3 балла океанского шторма, если даже на глазах у людей ты вывалился за борт, тебя не видно. Тебя не видно. Ты, пока яхта сменит курс, чтобы поднять тебя, все, ты потерялся в лесу этих волн. Поэтому мы прыгали, хватались за эту веревку, когда было тяжело, совсем тяжело. И чувствовали, как океан подзаряжает. Как вместо земли, да, вместо чтобы ногами постоять. Да, да. Ну, просто океан подзаряжает. Думаю, какое великое чудо. Под тобой 7 километров воды, фиолетовой бездны. При том, что мы шли неделями, 3 недели, помню, шли, мы не видели на горизонте ни одного судна, ни одной яхточки. Мы и Бог. И Бог. И Бог. Да, и вот эти бесконечные смены картинок, вот этих волн, неба. Иногда, один раз нас очень поразил такой момент, когда залетела птица. При том, что не водоплавающая птица. Как долетела, да? Как до середины океана. Может, она где-то там, ее тоже Боженька так вот вывел. Ага, там кораблик, там... Там яхточка, но тем не менее она посередине океана долетела, отдышалась, мы ее накормили. Вот. Может, ангел прилетал? Может, ангел. Мы такие, куда ты летишь? Оставайся с нами, ты что, ты ж погибнешь, ты ж не водоплавающая птица. Это не баклан, это не мартин, это просто птичка маленькая. И отдышалась, поблагодарила, накормили ее и улетела в сторону Африки. Еще был такой момент, очень мощный, в фильме, к сожалению, это не рассказывается, когда уже мы были так на грани такого, ну, физического истощения, так как не было соприкосновения с землей, не было росы. Вода, она подзаряжала, но этого хватало там, на 2-3 часа. То, когда уже на грани такого психологического истощения, так хотелось земли, нечто живое,
тут, конечно, птичка подбодрила, улетела, где-то буквально через 3 или 5 дней. Слушай, это как Ною, да? Как Ною в ковчег, да? И вот сигнал Бога был, что земля рядом. Да, что-то есть такое, да. И тут... Ободрение ему, ободрение в тяжелые, в минуту уныния, да, вот можно сравнить, аналогию провести. Ну, кстати, да. Не подумал, да, об этом? Ну, тогда, когда он начал, ну, когда же, то есть им знак был птица, что, что вот начал, Господь увидел и услышал их молитвы, и скоро вода уйдет, и появится земля. Так у нас была такая удивительная картинка, метрах в 20, ну, может, 25 от яхты выныривает касатка с маленьким сыночком или маленькой доченькой. Ну, хотелось нам верить, скорее всего, что это доченька. Угу. Вот они выныривают, мы такие, нас так наполнила эта красота, мы просто там живое существо закричали рядом от счастья. Но она вынырнула плавно, буквально там 4-5 секунд. И нырнула, но параллельно по курсу яхты. Угу. Мы смотрим, нам захотелось еще ее видеть. Буквально через минуту-полторы она снова выныривает. Мы второй раз так впитали вот эту благодать, неспосланную Отцом Небесным. Угу. И потом еще где-то через полторы-две минуты третий раз и уже четвертый раз где-то ушла с курса, но подзарядила так, что нас перло где-то двое-трое суток от этого счастья. Поэтому к чему говорю, что когда ты веришь, что Господь тебя никогда не покинет, просто надо не роптать, надо выдерживать испытания, когда тяжело. Так мне и надо. Вот сейчас с благими намерениями, с благими целями идет очищение души и тела. Вот пронес Боженька на ладошках всю жизнь, и ты что, не можешь пострадать за свои грехи, за греховные помыслы, за греховные поступки? Пострадать ради того, чтобы сделать фильм, и люди увидели, что нет ничего невозможного, если ты с Богом. Конечно же, нас вытягивали, очень помогали нам те месседжи, смс-ки, которые мы получали через спутниковую антенну. И когда, ребятки, держитесь, мы с вами, и семинаристы, и друзья, и родственники. И, ну, это было чудо. Мы скупые мужские слезы роняли на спутниковую передатчик, потому что было так приятно, что люди нас поддерживали. А скажи честно, Голтис, ну, ты хоть вышел правильно? Вышел правильно, конечно. Вышел правильно, да? То я думаю, ты, может... Не, вышел однозначно, но... Да вообще как бы... Ты что, понимаешь, что выходом, неправильным выходом можно не только перечеркнуть все достигнутые результаты голодания, но и потерять свою жизнь. Свою жизнь и здоровье, все. Голтис, ну вот скажи, вот в твоем понимании длительное голодание, в каких случаях вот... Ты бы рекомендовал, ну понятно. Ну, давай, я не буду говорить. Угу. Ты скажи. Ну, в каких случаях? Это когда есть какие-то серьезные смертельные заболевания или вообще серьезные заболевания. Когда духовное очищение, когда человек приходит к тому, что да не важны материи, не важны песчаные замки, золотые унитазы, там, рукоплескания, титулы, вершины. А вот есть нечто высшее, зачем мы пришли в этот мир. Это спасти свою бессмертную душу, очистить свою душу от всевозможных негативных и греховных мыслей и действий. То есть отстрадать, посвятив это голодание даже выздоровлению близких людей. Потому что это, опять же, моя позиция, я об этом не читал, но я так думаю, что человек, который посвящает собственные страдания ради кого-то близкого, ради любимой половиночки, ради детей,
Вот. Ради родителей, ради и за мамой, когда ты постился и молился. Господь видит эти намерения, и Он дарит. Дает дары тоже, да? Да. Вот в таких случаях. Ну и прежде всего, вот как соблюдение постов. Я считаю, это тоже насилие над своей плотью, над своими страстями, теми страстями, которые навязывает нам враг человеческий. Поэтому, когда человек не то что делает вызов, вот я там покажу, а со смирением, с любовью, не демонстрируя свои личные силы, он идет на длительный срок голодания, в очищение души и тела, и во славу Господа. Вот это великое чудо, и тогда действительно покровительствует сам Волчек, Творец. Ты со мной согласишься, что если человек не ставит духовную составляющую во главу своего длительного голодания, что он может получить от всего процесса очень большой вред. Однозначно. И в духовном смысле, и в физическом. И в духовном, и в физическом просто. Вот, аж за это хочу тебя обнять, умничка. Поэтому я и рекомендую, прежде всего, тебя, потому что видео самая главная составляющая в тебе, то, что ты доносишь людям, что только духовная составляющая, в приоритетности номер один должна быть. А все остальное приложится. Все остальное приложится, потому что по-другому можно не только потерять здоровье, и даже не страшно потерять жизнь, но страшно потерять свою бессмертную душу. Это и самое главное. Да, бывает и гордыня у людей растет, и самомнение. И бывает, как бы обостряется даже интуиция, ради которой хотят, но люди потом только от этого имеют большой негатив. Глотис, ну мы же как бы спешим, и ты, и я, как бы заканчиваем наше сегодняшнее рандеву в этот раз, нашу беседу. Скажи, пожалуйста, вот такой вот вопрос закончим. Исцеляющий импульс. С какого возраста может его человек делать? С какого по какой? И что это вот как бы коротко? С какого по какой? И что это дает как бы вот самое главное? Вот как бы раз, два, три. Вот. Да, спасибо за вопрос. Ну, исцеляющий импульс, я хочу сказать, что это система, которая основана прежде всего на медицинских знаниях. И любой человек, начиная с 9-летнего возраста и заканчивая, скажем так, 150-летним. 137-летним возрастом. Потому что нет смысла больше жить. Ну да. Ну, зачем в телесных оковах продлевать свои страдания и мучения на этой грешной земле? Поэтому, ну, хотя есть импульс, уже разработанный мною, от 0 до года, от года до 3, с 3 до 5, с 5 до 7, с 7 до 9. Я знаю, что есть детский импульс, но я просто не знаю возраста, категория. Да, детский импульс, и я передал детский импульс тоже величайшему человеку, это Наталья Ливанова, которая удивительная девушка, скрупулезная, и вот она уже воспитывает своих учеников, которые передают детский импульс. Но те люди, которые приходят к нам на семинар, которые мы проводим, там первая ступень, и вторая, третья и так далее, до седьмой ступени, с 9-летнего возраста, импульсом могут заниматься все люди планеты. Это и профессиональные, а самый старший человек в каком возрасте у вас был? Самый старший занимался 93 года. 93? Да. Обалдеть. Он просто уже 5 лет отзанимался. Пришел в импульс 88, получается. И с какой целью вообще люди приходят? Ну, в основном, ради чего? Ну, в основном, и что они могут получить? В основном, да? Профессиональные спортсмены приходят с тем, чтобы повысить КПД, коэффициент полезного действия в каждой мышечной группе, повысить свои спортивные результаты. И непременно все спортсмены, они повышают неимоверно свои спортивные, физические результаты. Приходят те люди, которые любят двигательную активность, катаются на лыжах горных, на сноубордах, крутят педали велосипеда, горного велосипеда, ходят в горы, игровые виды спорта. Зачем они приходят? Они приходят с тем, чтобы можно было расширить свою деятельность.
То есть человек, который приходит в импульс, он катается на горных лыжах, скажем, 3-4 часа по черным трассам, потом ноги вырубаются. Он же не катается все время, правильно? Да. Там 2-3 раза в год. Да. А приходит в импульс, он может, пропустив летний сезон катания на лыжах, он приходит и с рассвета до заката, если он отзанимался 7 месяцев по импульсу, он может с рассвета до заката на горных лыжах на одной ноге по черным трассам прокататься, не чувствуя усталости. Или те люди, которые ходят с рюкзаком, тяжелым рюкзаком в горы, не любят путешествовать. Но им тяжело идти с тяжелым рюкзаком. Отзанимался, и ты не знаешь, что такое усталость. Люди, которые потеряли здоровье, которые хотят направить года вспять, продлить активное долголетие. Но самое главное, то, что я на чем акцентирую внимание всех тех людей, которые приходят в импульс, что это даже не главное то, что дает импульс, как люди считают, там, продлить активное долголетие, вернуть утраченное здоровье, направить года вспять, скинуть лишние килограммы, построить красивое тело. Не это есть самое главное. Это даже не главное абсолютное физическое здоровье. И, но самое главное, это быть по-настоящему счастливым человеком с тем, чтобы, подсадив на импульс окружающих людей, дорогих и близких, видеть, что они перестают болеть, что они, продлевая активное долголетие, приобретая здоровье, они не испытывают физической боли. А соответственно, если мы любим тех людей, которые нас окружают, и мы просто хотим, чтобы они были здоровы, и мы тогда не будем испытывать душевную боль, от которой никуда не скроемся. Мы обязаны сами себя начинать заниматься собой, выздоравливать, омолаживаться с тем, чтобы наши дети не страдали. Те дети, у которых не очерствело сердце, не окаменела душа, вот. И они любят нас. Если мы понимаем, что они любят нас, мы должны заниматься этим. До новых встреч! До свидания, дорогие друзья! До свидания! Спасибо за то, что вы так внимательно слушали нас.